Суперпрочные мыльные пузыри изобрели ученики школы имени Колмогорова при МГУ. Соотношение ингредиентов подбирали несколько недель. Получалось либо каша, либо слишком жидкий раствор. В итоге в особой пропорции смешали воду, моющее средство и глицерин, который не дает пленке быстро испаряться. Теперь школьники надувают пузыри размером с человека и устраивают мыльное шоу. Сейчас молодые исследователи пытаются создать пузырь, который можно взять в руки. Для этого добавляют в раствор желатин. Исследовать пузырь нужно бесконечно. Там и колебания его, и как он лопается, снять на скоростную камеру, например. Или исследовать оптические свойства этих тонких пленок. Это тоже все очень интересно. И все это собирается как бы в одном явлении.